15 по 18 сентября 2021 года в Иркутском областном художественном музее имени Владимира Платоновича Сукачева прошли традиционные сукачевские чтения. Они были посвящены 360-летию города Иркутска. Конференция прошла под названием «Музей, художник, город». Конференция имела статус международный. К российским музейщикам подключились онлайн коллеги из Хорватии, Израиля, Канады, Эстонии, Казахстана. Перед началом работы было зачитано приветствие губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Рад приветствовать исследователей, специалистов музейного, архивного и библиотечного дела, реставраторов, представителей научного и музейного сообщества регионального и федерального уровней из Москвы. Открыла форум министр культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина. Научно-практическая конференция «Сукачевские чтения». А я хочу начать с того, что эта научно-практическая конференция уже имеет свою историю, которая насчитывает, наверное, 3 десятилетия, да, Елена Станиславовна? Да, и вот как раз в разное время на этой научно-практической конференции собирались культурологи, историки, профессионалы музейного дела, представители научного сообщества, библиотечного дела, методисты и те, кто работает в музеях непосредственно с посетителями. И надо сказать, что вот здесь, когда я посмотрела программу, я с большой радостью за вас, за то, что у вас будет такая плодотворная работа в трех секциях и по самым разным направлениям. Я уверена, что результат будет для каждого свой, но в любом случае вот объединение вот этих сил, оно всегда очень нужно, ценно и важно. Спасибо большое. Спасибо. Уважаемые коллеги, позвольте от имени директора музея Натальи Сергеевны Сысоевой поздравить вас с началом работы конференции, пожелать всем нам, конечно, удачи, потому что сегодня мы собрались вместе. В прошлом году это было сделать невозможно. Дорогие коллеги, друзья, я рад предоставленной возможности поздравить вас с началом замечательной конференции «Музей художник город». Могу сказать, что тема этой конференции интересна не только в рамках Иркутска, но она интересно и Уралу, Сибири и Дальнему Востоку. Российские гости представляли Москву, Калининград, Тулу, Барнаул, Красноярск, Улан-Удэ. Областные доклады представили Ангарск и Тулун. Иркутские сообщения были от музеев, библиотек и частных галерей города. Раиса Лобацкая, профессор технического университета, на пленарном заседании рассказала об отражении образа Иркутска в работах выпускников кафедры ювелирного дизайна. Кафедра ювелирного дизайна и технологий третий год уже имеет задания для студентов, которые выполняют их и в рамках курсовых работ, и в рамках дипломных работ. Задание заключается в том, чтобы воплотить образ города в ювелирных изделиях и отразить его специфику. Виктор Дубровин из Казахстана в онлайн-режиме рассказал о работе соотечественников в Северном Казахстане с учреждениями культуры Российской Федерации в условиях пандемии. Мы намерены проводить совместные общеславянские мероприятия. И отрадно, что центром проведения таких мероприятий станет Иркутский художественный музей имени Сукачева. Владислав Есипов, профессор Государственного университета, рассуждал о культурной политике в региональном аспекте. Я напомню важнейшее положение этого указа. В нем говорилось, что государство впервые возводит культуру в ранг национальных приоритетов и признает ее важнейшим фактором роста жизни, качества жизни и
гармонизации общественных отношений. Вот так. Александр Дусман из Эстонии представил онлайн-проект нового туристического маршрута между Эстонией и Россией путем развития виртуального мира Русского музея в Москве. Что эта работа, которая была выполнена достаточно много лет назад, получила реальную финансовую поддержку, цифры вы видите на экране, программы Европейского союза приграничного сотрудничества. В течение двух дней художественный музей провел три тематические секции по вопросам просветительской деятельности музеев, творческого взаимодействия и роли личности в музейном деле. Живой интерес вызвал доклад иркутского профессора Александра Дулова о несоответствии некоторых мемориальных знаков в центре города. Ну, во-первых, бабр так называемый. Но экскурсоводы говорят о том, что это, так сказать, герб Иркутска, но это неверно. Это, собственно говоря, фальсификация истории. Поскольку герб города не выполнялся вот в таком виде, как сейчас. Он представлял собой только изображение на рисунке. Коллеги из музея-заповедника Поленова в Тульской области поделились впечатлениями о производстве смыслов в музее 20 века. Барнаульские коллеги рассказали об игровых формах досуга внутри музея. Елена Станиславовна Зубрий, заслуженный работник культуры, рассказала об истории атрибуции коллекции гравюр Иркутского художественного музея. В 1943 году они были возвращены, им дан номер, но не всем гравюрам, а только 7 листам. И когда наступает 1958 год и вновь проводится полная инвентаризация коллекции, но уже внутренняя инвентаризация, находятся другие гравюры. Таким образом, на сегодняшний день 27 гравюр получили новый знак хранения. Доцент технического университета, архитектор Андрей Ляпин в завершении своего доклада предложил переименовать Сукачевские чтения в чтения Фатьяновские в память о легендарном директоре Иркутского художественного музея. Может быть, на искусствоведа хотя бы чтение обратить. Я про Фатьянова имею в виду, да? А то вот, Фатьяновские чтения, потому что они искусствоведческие. Я думаю, что вот искусствоведы надо в обществе надо давать понимать смысл работы искусствоведов. Модераторами секции выступили сотрудники Иркутского художественного музея, заведующие отделами Ольга Юрчук, Анна Потапова, главный библиотекарь Ирина Бедулина. Отмечалась активность слушателей, вопросы, дискуссия по окончанию доклада. Финальный день конференции «Сукачевские чтения» был посвящен тематическим экскурсиям по истории Прибайкалья. Заслуженный работник культуры, заместитель директора по науке Ирина Терновая рассказала об освоении Иркутской земли казаками-землепроходцами, основании Иркутского острога, быте и праздниках прибайкальских сибиряков.
Незабываемая поездка в музей Тальцы и поселок Листвянка надолго запомнится участникам конференции. В кольчугу сна закутались скалы, что дремлют величаво над Байкалом. И кажется, что сон их вековечен, но в очертаниях всех вершин и склонов ввысь к небу дерзновенно устремленных мне чудится иное человечье. Когда-то, измеряя мир одалим, сюда на берег моря дошагали титаны, что Олимпу не согнулись, сплетясь руками, став живой стеною, своим тяжелым монолитным строем они Байкал закрыли и уснули. Безжалостное время ликовало, столетий груз на них напластовало, одела в камень, присогнула плечи, и в этом летаргическом покое свод неба подпирая головою, на страже здесь они пребудут вечно. Но лишь тогда, когда настанет вечер, они пытаются расправить плечи, но тяжек груз ушла былая сила. Доспехи каменные море бьется, баюкает, а может и смеется над тем, что время хитрое сломим. Богатыри, я всей душою с вами, с борьбою несклоненными головами. Я очарован дикой красотою, и если вдруг на сердце грустно стало, вернусь я снова на берег Байкала, чтоб унести частицу